Детские площадки, подъезды, новые дороги, парковочные места. За обновление этих объектов чаще всего голосуют жители округа. На улицах Одинцова появились организованные участниками движения «Подмосковье. Наше будущее» пикеты. На каждой точке работают волонтеры, которые предлагают горожанам принять участие в опросе по благоустройству дворов и улиц. Они с огромным удовольствием принимают участие в анкетировании, потому что огромное количество неравнодушных жителей, которым хочется сделать свой двор, свой дом лучше. В руках волонтеров анкеты, где можно поставить оценку благоустройству своего дома и двора, а также качеству предоставляемых коммунальных услуг. Жители активно принимают участие в опросе и заинтересованы в положительных изменениях в своем городе. Сергей и Дарья живут в Одинцове. Семейная пара считает необходимым обустройство дополнительных парковочных мест, особенно на территории новостроек. Конечно, хотелось бы, да, чтобы это исправили. Вот. Ну а так, в целом, здорово, в плане парков все очень хорошо, видно, что над этим работают. Я видел план, что собирается вот здесь вот на озере делать какой-то мост, там еще что-то. Это очень круто. Опрос поможет создать рейтинг проблем, а также выявить конкретные места в городе, на которые стоит обратить особое внимание. В первый день работы волонтеры опросили 1500 человек. Еще 3000 жителей заполнили электронные анкеты. Жители могут высказать свое мнение по тому, что им не хватает возле дома, что нужно еще благоустроить. Также по парковочным местам, по детским садам. Ну, в общем, в целом собираем обратную связь с жителями Одинцовского округа. Цель проведения опроса – поддержать инициативы губернатора по благоустройству Подмосковья. Точки для голосования расположены по всему округу. В Одинцове их 7. Волонтеры помогут всем желающим заполнить бумажную анкету, а в электронной форме опрос можно пройти самостоятельно при помощи QR-кода. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».